У павлодарского ветерана лыжного спорта юбилей – 85 лет. Юрий Бучельников ведет здоровый образ всю жизнь. Он участник международных республиканских турниров и кубков. И такой почетный возраст – не помеха его любимому занятию. В будущем спортсмена ждет масса соревнований. Поздравить прославленного ветерана пришли его коллеги, друзья и, конечно же, близкие и родные. Свои первые медали чемпионата мира Юрий Александрович завоевал в Австрии в 2014-м. Сразу три серебряные награды привез пенсионер после Кубка мира мастеров по лыжным гонкам среди ветеранов в Норвегии. 85 лет – это возраст, но это активный возраст. У него, можно так сказать, стадия зрелости в старческом возрасте. Но это такая положительная динамика человека, который стремится быть на высоте, стремится еще достигать определенных спортивных высот. Поэтому мы считаем, что 85 лет – это не предел для Юрия Александровича. Он и дальше активно будет заниматься, выступать на международных, республиканских соревнованиях среди ветеранов. Я думаю, что его долголетие, оно продлится еще очень много. С ним мы уже ездим на соревнования, значит, 25 лет, из них 20 лет мы участники Кубков мира. Норвегия, Швейцария, Австрия, Швеция, Швейцария, Америка и ряд других стран. Юрий Александрович, значит, вложил в копилку нашего Казахстана. Мы завоевали за 24 года 50 медалей. Наш именинник, он всегда был примером для подрастающего поколения. Это вот такие люди именно вдохновляют. И, может быть, даже я где-то когда-то видел этого человека, и до сих пор я провожу тренировки, я показываю детям. Это, говорю, человек железный. Он столько сделал для развития нашего лыжного спорта. Просто посещая тренировки, можно его приводить в пример, и дети реально это воспринимают. Да? Нам будет дожить до таких, не только встать на лыжи, а дожить до таких лет. Также ветеран является одним из основателей городских лыжных соревнований, названных в его честь – «Лыжня Бучельникова». В турнире за долгие годы приняла участие масса спортсменов-любителей всех возрастов с нашего региона. Всего прошло 39 состязаний. В институт приезжали по работе девушки, которые с Молдавии, они лыж вообще не видели. А у нас лыжи были, я их научил на лыжах. В субботу один день выезжали за город, всегда. А дети мои уже подрастали, и дети мои, и все работники, и, в общем, родители с детьми. Это регулярно было много лет. И однажды думаю, надо же, самое, это еще первый раз, это только в основном работники. Ну и некоторые знакомые были. Первый раз провели, и поехала. За свои заслуги юбиляр был награжден медалями и грамотами от управления спорта области и города. В этом году Юрий Бучельников очередной раз стал чемпионом Казахстана по лыжным гонкам и активно готовится к другим соревнованиям. Ермек Сапаров, Алексей Мехедов, Ертыс Ахпарат.